Маргоша, ты меня прости, пожалуйста, зайка ты моя. Ты меня прости, мамку такую нехорошую. Я... Пойди. Ну-ка, открывай. Опа, это чья попка? С днём рождения тебя! Доброе утро, страна. Как дела? Как вам шарики летающие? И один упал, который даже не взлетел. Я не знаю, что случилось с гелием. Ой, давай, Ксюня. Иди зубки чисть. Каролина еще спит у нас. Угу. Зачем? Да? Только зачем? Я не буду надувать, ну, Макси. Я уже надула, я не буду надувать. Говорит, там холодно. Смотри, замерзнешь. Знаешь, сколько там градусов? Хочешь, посмотрю? Сейчас я тебе... Нет, я не буду надувать. Сколько на улице градусов? Минус один. Маргарита, зубы чисть. На, сразу пижаму убери свою. Пижаму убирай. Да. Мои частики. Ты опять в этот костюм влезла, пока не испачкаешь. Его уже стирать надо. А? Спор дела? Не надо, мне в обед. А, в обед. Все? Шапку. 5 минут до школы. Ну что? А чё, почему у тебя шапка на балконе? Она же холодная. Все, вот он, рюкзак. Они же мокрые. Какие перчатки, там снега нет. Всё, пока. Пока. Тестов нет завтра? Что? Да что такое? Пока. Пока. Не грызи ногти. С днем рождения. А? У тебя день рождения, смотри, шариков сколько. Это что, шарики? А сколько тебе лет сегодня исполнилось? Сколько это? 5. Тебе 5 исполнилось? Совсем большая, уже 5 лет, уже в садик пойдешь, да? В садик пойдет Каролина уже. Магарит календарь. Да большая уже девочка такая, большая. Так, скоро придут девочки, 11 часов, через 45 минут придут домой. У меня там варится кушать. Каролина, а волосы будем накручивать? Да. Хочешь кудряшки? Мы всегда Каролине на день рождения накручиваем кудряшки. Сегодня тоже будем накручивать, да? Что вы смотрите? А, вы смотрите маленькую Эйви. Ребята, это наши друзья. У них детский канал. И девочку зовут Эйви. Каролина с Макси очень любят их смотреть. У них очень интересные и прикольные видео. И давайте, ребята, им немножко поможем. Как раз сделаем им такой подарок к Новому году. Подпишемся на их канал. Мы уже подписаны, мы уже давно подписаны, давно смотрим их видео, они очень интересные, они живут в Америке, тоже елочки уже продают, но у нас искусственные, к сожалению. Мы уже подписаны, но у нас не стоит колокольчик. Наверное, нужно забрать. Поставим колокольчик, и вы, ребята, тоже поставьте колокольчик. Угу. Смотри, какой домик.
Ой, это кто свинюшка это? Сейчас же год свиньи. Год... Обалдеть. Вот это да. Они сделали, как будто бы водичка бежит. Ручеек. Как будто бы водопад. Так что, ребятки, я оставлю ссылочку в описании. Давайте поддержим эту малышку. Подпишемся и сделаем ей такой подарочек на Новый год. И не забывайте нажимать на колокольчик. У нас не был включен колокольчик, и мы пропустили вот эти вот все видео. Так что мы сейчас их будем смотреть. Какой хочешь смотреть? Вот этот про елочку будем смотреть. Как елочку выбирают? У нас еще никогда не было живой елки, ребята. У вас когда-нибудь была живая елка дома? У нас нет. Пишите в комментариях. Мы еще никогда не покупали живую елочку. Но я думаю, когда-нибудь мы купим обязательно. Да что за бои тут идут? Это как груша, что ли? Бедный шарик, смотри, не лопни. Я их немножко поддула, потому что они сдулись. Теперь они опять летают. Ой, боксер какой, а? Ой. Ой, боксер какой. Одни боксеры. Пойдем переодеваться, Каролин. Переодеваться пойдем. Да. Да, потом вечером приедет Милена, Лена, Магдалена. Марселя, Лилита, Магдалены нету здесь. Давай переодевайся, будем накручиваться. Давай. Мама сейчас кушать доготовит. Ты тоже давай переодевайся. Где твои штанишки? А? Где твои штанишки? Танишки? Вот они, танишки. На, надевай. Помоги Максу одеться. Нет, она еще не открывала. Маргоша, ты меня прости, пожалуйста, зайка ты моя. Ты меня прости, мамку такую нехорошую. Я приготовила тебе завтрак. Представляешь, я приготовила. Я не знаю, почему я здесь нашла эту коробку. Ты моя маленькая. И водичку я тебе поставила. И я почему-то я подумала, что я, потому что я же собирала твой рюкзак. Я все укладывала, пенал твой. Тебе бутылочку с водой. Да? Ну, видишь, какая у тебя сестра хорошая, поделилась. Ты мой зайчик, голодную девочку оставила. Честно, я вот только недавно заметила, мне Макс принес. Я не поняла, думаю, такая, а почему Маргарита на это, Маргарита, ну, ланчбокс здесь. И открыла там еда, которую я тебе подготовила. Сейчас подожди, у меня супчик варится. Подарки открывать? Ну, сюда неси. Подарки, подарки. Каролина ждала, чтобы вы пришли и не открывала. Давай убавим этот мультик. Будем открывать. Там тяжелый один очень. Голодная, да, наверное. Сейчас супчик сварится. Будем кушать, хорошо? Ты мой сладкий. Тебе Ксюшка поделилась, да, с тобой? Немножко. Немножко печенюшки погрызла, да? Мамка такая нехорошая. Забыла покушать дать ребенку. Приготовила и не положила в рюкзак. Да тащь! Смотри, не впади! Ура! Подарки! Подарки, ну-ка давай. Этот, самый маленький, с самого маленького, давай, ну-ка. Ну-ка, подожди, волосы уберу. Тебе это точно понравится. Что это? Тут теперь ты не будешь таскать помаду у Маргариты, у Ксюши. Это теперь твоя косметичка. Это теперь твоя косметика, видишь? Твоя личная. Нравится? А тебе не... Давай открывай, что это такое. Ну-ка, Макс, помогай. Что это? Ура! А то у Ксюши, у Маргариты есть такое пупси, а у Каролины нет, она тоже хотела. Подожди, подожди, Макс, подожди еще. Теперь, Максим. Это первая серия. Круто, да потом откроешь, да? Ну какой дальше? Это? Ну-ка. Что такое? А что это такое? Уникорн. Вау.
нравится? Спасибо. На здоровье, мой золотой. Подожди, Макс. А это что у нас? Кто такой? Кто такой? Это не кто такой, это что такое? Это... А тут не видно, ну-ка. Это же как у Макса, да? Чтобы твои игрушечки складывать все. Нравится? Открывай, открывай. Открывай. Покажи, как она. Ты это потом открой. Сейчас мы покушаем, потом открой. Ксюша знает, как слайм делать. Она тебе покажет, хорошо? Ага, это его домик. Ну-ка, открывай. Опа, это чья попка? Ой, там еще, да, там еще. Ну-ка. Ой, какой хорошенький. Еще и крылышки есть. Ой, какой милый. Еще и крылышки есть. А как там вставлять вот сюда эту блестящую штучку? Где она? А где она? Вот она. Это заколка. Ну-ка, посмотри на меня. Ее можно поднимать. Смотрите. Там рисунок какой-то есть. Это корона. Это корона, Каролина, смотри. Да. Смотри, это корона. Ух ты. Он резиновый какой-то. Смотри, Каролина, здесь корона. Это можно тоже сюда прикрепить. Как принцесса. И вот сюда это можно прикрепить, смотри. Вот так вот берешь. И внутрь ставишь. Нет, сначала вниз, а потом наверх. Да, вот так вот. О, вылупился единорог. Ну-ка еще раз надень. Вот наш единорог вылупился. Вот твой рог. Получается? Вот, круто, смотри. Можешь так играть. Ну на, дай посмотреть ему. Пускай Макс посмотрит. На, посмотри. А открой там в пакетике что-то. Что там в пакетике было? Пакетик же какой-то был. Нет. Да. Я думала, там пакетик с сюрпризом. Давай посмотрим, какой там попался, а потом слайм будете потом делать. Каролина, открой пупси, посмотрим, кто тебе попался. А слайм потом сделаешь. Это мое. Это мы потом сделаем, да? Давай сюда. Это слайм потом будешь делать с Ксюшей, да? Повторка. Это как у тебя? А я выбирала. Ну ладно. А, тут одежду надо выбрать. Это такая же, как у Ксюши. А ее одеть нужно. Где ее одежда? Вот это? Да. Открой. Вот такая вот упалась. Открой. Повторка. Понежечка. Танишки. Макси, спер. Это бутылочка, это расческа. А там? А кофточка? Вот она кофточка, на вот это. Близняшки вы теперь. Да, да, близняшки. Смотрите, какие кудряшки сделала Каролине. В этот раз попробую такие, да? Все, пока, девчонки. Так, портфель где? В школе? Давай, выходи. Все, пока-пока. Ты нас выгоняешь из дома. Да, давайте. Учиться, учиться, еще раз учиться. Еще скоро каникулы. Да, осталось совсем чуть-чуть. Осталось 1, 2, 3, 4 дня осталось. Ура! И каникулы. Завтра у нас тест. Ну что, нравится? Да? Папа! Нету папы еще, сейчас приедет папа. Ну-ка, смотри сюда. Нравится кудряшки? Ребят, я думала, к нам кнопка пришла. Позвонил почтальон. Думала, ура, прям Каролина на день рождения. Кнопка. Нет, это не кнопка. Это пришла лампа. Сейчас. Это пришла вот такая вот лампа. Давно хотела ее заказать. Но она очень быстро дошла. Что очень странно, потому что заказывала я ее через Китай. Неделя прошла. Где-то неделя прошла, и тем более через Китай заказывала. Вот, мам, вот да, иди. Так. Еще нажимай. Еще, он должен. Да, я тебе помогу. О-о! Сходила в туалет, поняша. Да. Да, чтобы комочков не было. Что, получился? Смотри, какой он красивый, голубой. О-о-о. Перламутровый. Угу.
Папа купил тортик. Сейчас смотрим. У меня вот такая вот понежка. Мне кажется, как раз подходит в цвет. Ой, тут эти даже макароны. Прикольно. Так, сейчас я буду украшать тортик. В этот раз не получилось у меня испечь Каролине. Поэтому мы купили. Вот такая вот поняшка. Я надеюсь, что она намокнет, потому что она должна намокнуть. Это бумажка специальная, съедобная бумага. Я надеюсь, она намокнет. Были, еще есть вот такие вот из сахара. Сахарные поняшки. Так, ну что, куда мы поставим наши? Можно куда-нибудь вот так вот воткнуть. Да, вот так вот. А я вот так вот. Это клубничный. А потом, единорог. Все, смотрите, ребят, какой тортик получился. Закрывать? Будем взрывать? Убавь музыку, Маргарита. Мне нравится этот запах, когда после этого. После, как, после фейерверков мне нравится запах. А, только не на меня! А, это игра какая-то? Нет. Она сама упала. Чем занимаешься? Ты одна, что ли, здесь? А где Ксюша? Ксюша, в другой комнате. А что вы разделились? Что ты делаешь? А, ты общаешься с подружками. Что, все вчетвером? Да. Понятно. Скоро спать уже. Девочки, уже спать пора. Давайте телефончики. Что-то у вас здесь за бардак такой. Давайте. Давайте, 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 давайте. Давайте, 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 давайте. Завтра школа. Телефон? Нет. Макс, Каролина. Спать? Нет. А, кстати, нет. Вот оно, наше кольцо. Такое вот оно. Классное. Здесь можно регулировать. Делать желтый, белый и поярче. И... ой. В общем, оно очень классно освещает.
Happy birthday to you. Нет, это вот так. Это Буратино. Это Буратино. Happy birthday to you. Нет, это вот так вот. Единорог. Все. Unicorn. Каролина уже в пижамке, в новенькой. Тебе пижамку бабуля подарила, да? Да. Такая хорошая, с котиками. Алена. А еще вот такого зайку подарили. Красивый зайка. Очень красивый зайка. Здесь будет сидеть теперь со всеми. Столько у нее здесь животных. Куча целая животных. И кошки, и собаки, и зайцы, и лошади. А, и вот такая вот полочка. Собрали мы полочку. Получается, у Макса полочка и у Каролины. И там куколки, всякие игрушечки. Так вот будет здесь единорожка сидеть. Сумочку убрать. Очень удобно. Спокойной ночи. Пока-пока. До завтра. Нет. Да, а почему у тебя одна только пента? Где еще одна? Ой. А другая у меня там в турнзек. Все, спокойной ночи. Все, пока. Пойдем Макс и Каролину укладывать. Ты водичка за водичкой пошла? Все, Маргош, я выключаю свет. До завтра. Всем пока, ребятки. Спокойной ночи. Мы все устали. Идем спать. Увидимся в следующем видео. Да? Пока-пока.